Знаете что? Людей сажают за мемасы и за посты ВКонтакте. Деду дали год условно за то, что у него вырос один мак в огороде. Другого мужика посадили на 1,5 года за то, что он дрочил в кустах. Я вот думаю, Кокорина и Мамаева посадят или вызовут родителей к президенту, так сказать, на серьезный разговор, двойку в дневник поставят. Блять, какая разница, кто они там, футболисты, космонавты, с таких людей спрос вдвойне, на них равняется молодежь, все дети, блядь. А эти пьяные ёбки вышли со стриптиз-клуба, отпиздили людей и уехали, похуй, дальше тусить. Тут же их должны лишить рекламных контрактов, отстранить их от футбола пожизненно, блядь, и на двушку посадить на зону. Как раз у Кокорина Инстаграм пиздатый будет, новые подписчики появятся, да? Я считаю так.